Во времена молодости наших родителей зимняя температура в минус 20, а иногда и ниже, была абсолютной нормой. А дети тогда только и ждали серьезных холодов, чтобы абсолютно легально не пойти в школу и волю накататься на санках. Сейчас же даже ночная температура чуть ниже минус 20 почему-то считается аномальной. Согласны ли с этим рязанцы? Зима должна быть зимой. Долго не было хорошей зимы. Сейчас, наоборот, то с лужами и с зеленой травкой. Нет, я думаю, что это нормально. Мне вообще отлично. Раньше было ниже минус 30 считалось нормально, а сейчас, мне кажется, вполне себе нормальная погода. Прекрасное солнышко светит. Однако синоптики продолжают утверждать, температура аномально холодная, так как ее значение на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Причиной тому стала волна арктического воздуха, которая охватила весь Центральный федеральный округ. В прошедшие праздничные выходные температура ночью опускалась до минус 25. Похоже, таким образом зима компенсирует излишне теплую декабрьскую погоду, что может быть и неплохо. Однако противникам мороза придется набраться терпения. В ближайшие дни погода существенно не изменится. 28 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью минус 20, минус 25 градусов, местами до минус 28-29 по области. Днем всего лишь минус 11, минус 16. На дорогах гололедица. 28 февраля ветер местами будет усиливаться до 15 метров в секунду. Несмотря на то, что ночью столбик термометра опускается ниже 20 градусов, днем сохраняется вполне комфортный минус. А учитывая то, что февраль месяц все-таки зимний, такая морозная погода вполне закономерна. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».